Друзья, всем привет! Еще раз, я уже с вами поздоровался, но обнаружилось, что я забыл нажать кнопку «Включить эфир». Вот, поэтому повторюсь, напишите, пожалуйста, как нас, как меня в данном случае видно и слышно, потому что мы поработали сегодня над микрофонами, и должно быть все лучше, чем в прошлый раз. Вот, жду, и мы начинаем. У нас сегодня четвертый концерт цикла наших музыкальных онлайн-встреч. И сегодня у нас в гостях очень талантливый гитарист, которому всего 18 лет сейчас, молодой, но он уже студент Академии имени Гнесина по классу преподавателя Дмитрия Николаевича Илларионова. Вот, мы вместе с ним в классе у Дмитрия Николаевича. Вот, он представит свою программу сам, объявлять все будет сам. Вначале будет сольное его отделение, сольное выступление, а в конце мы поиграем немножко дуэтом. Вот, представляю, Михаил Коротков. Спасибо большое. Всем доброго вечера. Я бы хотел начать свое выступление небольшое с очень небольшого и очень популярного среди исполнителей, которые учатся в музыкальных школах, произведения, которое написал Иванов-Крамской, Александр Михайлович Иванов-Крамской, называется «Грёзы». Пишет Марина Олейкина. Как красиво! Спасибо вам за чудесную музыку и потрясающее исполнение.
Спасибо большое. Честно говоря, очень непривычно, вообще непривычно такой формат, и я вообще на самом деле очень волнуюсь, может быть, заметно. Вот, спасибо, что смотрите. Я бы хотел продолжить свое выступление с прозвучит баллада композитора Александра Танцмана. Немножечко расскажу про эту пьесу. На самом деле, все гитаристы очень хорошо знают, что Танцман автор сюиты, которая называется «Посвящение Шопену». Эта сюита, как и, если я не ошибаюсь, все произведения написаны были для Андреса Сегови. Вот. И в сюите, как всем известно, три части. Это прелюдия, ноктюрн и вальс. Так вот, на самом деле, Александром Танцманом задумывалась четырехчастная сюита «Посвящение Шопену», но Сеговия по каким-то причинам не порекомендовал, что ли, включать четвертую часть в сюиту. И теперь она существует отдельно, после того, как она была обнаружена в архивах, и сейчас я для вас ее сыграю. Александр Танцман, баллада «Посвящение Шопену». Thank you.
Спасибо большое. Дальше я хотел бы сыграть произведение современного петербургского композитора Сергея Кравчука. Я надеюсь, что у Сергея Адамовича получилось включить трансляцию, и это значит, что он сегодня с нами, что он тоже смотрит. Вот. Большой привет ему. Произведение, которое сейчас прозвучит, написано совсем недавно. Это соната номер 17. Это значит, что Сергей Кравчук написал как минимум 17 сонат. На самом деле, на данный момент их 19, если ничего не поменялось. Соната 17 посвящена Александру Иванову Крамскому, произведение которого открывал этот концерт. И она одночастная. В ней использованы темы Иванова-Крамского. То есть первое произведение было «Грезы». Вы услышите некую отсылку к грезам в этой сонате. В том числе будут еще несколько цитат. Вот. Сергей Кравчук, соната номер 17, посвящение Иванову-Крамскому. Thank you.
Спасибо большое. И завершит небольшой сольный блок произведение одного из классиков гитары, если можно так выразиться, Августина Бариоса. Это парагвайский композитор. Прозвучит его мазурка «Апассионата». Потрясающее, абсолютно бескомпромиссное исполнение. Спасибо. Фантастика.
Спасибо большое. Теперь мы сыграем дуэтом. Да, друзья, настала очередь волноваться еще одному человеку в этой комнате. Что-то снова написали. Ну-ка. Восхитительно. Миша, поздравляю тебя. У нас столько восторженных комментариев еще не было. Приходи почаще. Я думаю, все будут только за. Так. На самом деле, очень приятно было получить приглашение поиграть. Даже несмотря на то, что очень волнительно и непривычно. Но очень приятно, и поэтому спасибо большое Сереже, спасибо большое вам, что вы смотрите, что вы пишете комментарии. Написал ее Андрей Зеленский. Называется она «Вальс Ни». Можно перевести как «Побуждение к действию». «Вальс Ни». Вот. Долго мы думали с Мишей концепцию этого произведения. Подходили к нему с разных сторон. И все-таки решили, что это очень нетипичный вальс, что вы, естественно, сейчас услышите. Но он в себя включает определенную ритмическую, вальсовую, интересную очень составляющую с очень интересными фишками именно Андрея Зеленского. Это и флажолеты, и удары, и очень интересные флажолеты. Да, очень разные. Все виды флажолетов. Все виды флажолетов, это точно. Различные глиссанда, различные удары левой рукой и даже правой. Следите внимательно. Интерес этого вальса заключается в том, что он очень разный и очень переходящий из состояния в состояние. Сначала очень ритмичный, потом взлетающий и взмывающийся в какую-то может быть, аморфность, может быть, свободу, рубатность. Вот. Много говорить можно про нем, но давайте мы попробуем его исполнить. Андрей Зеленский, «Вальс Ни».
Ну, как вам? Как нас слышно, кстати, друзья, расскажите, пожалуйста. Потому что дуэт гитарный именно впервые здесь. Тоже постарались сделать так, чтобы все было на высоте. Ну что ж, друзья, финальное произведение на сегодня – это Франциско Тарго «Воспоминания об Альгамбре» для дуэта гитар. Первая партия – это, я ее играю, это сольное просто «Воспоминание об Альгамбре», а вторую партию написал Хулио Сагрерос. Ее исполняет Миша. Ну, про воспоминания об Альгамбре много говорить не надо, наверное, потому что это одно из самых известных сочинений вообще для гитары написанных. И одно из самых, наверное, красивых и узнаваемых сочинений. Вот. Поэтому давайте насладимся вместе. Послушаем, как она звучит для двух гитар.
Очень плохо. Как так? Она идет, она формально идет. Так. Очень плохо. Может, ты чувствуешь фотоаппарат? Я не знаю, может быть, кстати, вполне. Единственное, что могу сделать, наверное, это его перезапустить, попробовать. Так. Да, звук есть. Все. Ну, да, все-таки у нас формат такой, друзья, интересный получается. Это первый раз у нас такое. Мы обязательно разберемся, на своих ошибках научимся и поймем, в чем было дело. Поэтому мы просто сейчас переиграем. Глаз черный экран. Mm-hmm.
Спасибо большое, что были с нами. Друзья, огромное спасибо. Действительно, у нас появляется все больше талантливых людей. В этом мы сегодня убедились. Еще раз, я надеюсь, что Миша, естественно, у нас не последний раз. И, кстати, у нас следующий концерт будет большим, очень большим сюрпризом. Вот, где будет принимать уже участие гораздо большее количество человек. Это мини-анонс. Вот. И Миша в частности. Вот, поэтому, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте там, как это называется... Все, что нужно. Все, что нужно, да. Уведомления, чтобы приходили уведомления о наших концертах. Мы их проводим каждый месяц, соответственно, следующий в конце декабря, в середине ближе к концу. Вот. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. Кстати, вот сегодня появилась такая функция. Если хотите, можете нас поддержать. Да. Это у нас в группе есть ссылка и есть ссылка в описании к этому ролику. Все. Спасибо большое. Спасибо.